В Рязани продолжается механизированная уборка улиц города. Всю грязь и грунтовые наносы после нее вывезут к месту утилизации. В уборке задействованы тракторы с щетками и ковшами, самосвалы и бригады грузчиков. Этой ночью работы проводились на Московском шоссе. Всего за сутки с городских улиц вывезено 205 кубических метров смета и грунтовых наносов. Днем работы проводятся на улице Халтурина и здесь на улице Зубковой. Нередко горожане обращаются в городские службы с просьбой убрать тот или иной участок улицы, уделить ему особое внимание. Такая ситуация бывает и в спальных районах города. Сейчас мы видим, например, как техника работает на улице Зубковой. В уборке задействовано сразу два экипажа дирекции благоустройства. По улице Зубковой, надо отметить, были неоднократные обращения жителей, в том числе через социальные сети. В среднем в работах по благоустройству и очистке города задействовано 75 единиц техники и 130 работников дирекции благоустройства города. Надо отметить, что механизированная уборка улиц ведется в круглосуточном режиме. Есть план выполнения работ, в котором обязательно учитываются обращения горожан, поступившие в диспетчерскую дирекцию благоустройства города и через социальные сети. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».